Вы любители хоккея, сегодня я дособираю Ларкина до уровня 95. Всего мне понадобилось 66 коллекционных. Я не знаю, увидев сегодня Тарасенко, Петрангело, Веренский в новых вариантах сборки до 95 уровня, я вот думаю, правильно я вообще сделал, что я Ларкина собрал? Или как? Что, ребят, думаете по этому поводу? Потому что 66 я коллекционных потратил на это. Сейчас последние 22. И потом, наверное, буду понемножку собирать Тарасенко. Ну, тут смотрите, что у него получилось. Три синергии. Тут можно поменять еще лишнее одна. Четыре спецвозможности, одна, ну и колеса, максимальная скорость всегда, но у него и так 97, зачем они тут нужны, чтобы 99 скорость была, не знаю. Ну, броски по топу, практически руки тоже. Справа чекинг силовые, близко уже к максимуму. Защитные 99 способности. Клюшка выбивать шайбу тоже 99. Ну, вот такой игрок. Но я им как-то играю. У меня он в четвертом звене стоит, идет. Я им как-то играю, но не чувствую какого-то удовлетворения. Что-то не хватает. Что-то не хватает, не знаю. Хотя на максималке. Что скажете, что думаете по поводу этого, и не зря ли я собрал? Все, выкладываю Ларкина, он у меня готов. Хорошего вечера всем. Буду дальше Тарасенко собирать. Пока-пока. Пока.